не понимаю. Ни один правозащитник слова не сказал, сколько здесь людей поубивали, сколько поуничтожали. Зверски. Я ехала к маме в масхадовское время. И вот вышли мы на этом, в Моздоке, и там вот рядом с вокзалом остановка автобуса. И там две было русские женщины. Это было зрелище кошмарное. Во-первых, они обезумевшие. Там домов и за квартиру, в общем, их избили, но не убили до конца. А избили до такой степени, что они вот то танцует она там у нее на своей волне. И они жили на остановке, и ночевали там, и спали там. И местные жители приносили покушать. То есть из города Грозного чеченцы избили женщин, я правильно понимаю? Да, да, да. Забрали у них жилье. Их избили, да, очень их сильно. Их забрали, их выбросили